образцовую показательную комбинацию торпедовцев, после которой Глеб Панферов открыл счет уже на второй минуте матча с КамАЗом, еще, наверное, нельзя отнести к фирменным блюдам кухни Валентина Иванова. Ибо он работает с нынешним составом «Торпедо» совсем недавно. Но большинство болельщиков и специалистов уверены в том, что Валентин Казмич сумеет раскрасить игру автозаводцев в особой, ни на кого не похожей гамме. Уже сейчас «Торпедо» заметно отличается от прошлогоднего, невразительного и пассивного, хотя очки даются команде по-прежнему с большим трудом. После того, как счет стал 2-0 в этом матче, вы видели точный удар Сергея Чумаченко, торпедовцы сбавили обороты, а оставшись вдесятером, за фол последней надежды был удален голкипер Владимир Пчельников, отдали инициативу КамАЗу. Но гости лишь однажды воспользовались своим численным преимуществом. Вновь, как и неделю назад, в составе КамАЗа отличился Роберт Евдокимов. Давай!